Друзья, всех приветствую, с вами снова Алекс, и сегодня я расскажу о том, как проще всего пройти подземелье за династией. Поэтому погнали. Для начала вам нужно спрыгнуть с пирса на правую сторону и бежать к первому элитному мобу. Его убиваете и выходите на берег, где вам необходимо зачистить три точки и поставить бочки на каждую из них. Как только бочки поставите, забираетесь на конструкцию и поджигаете, чтобы пройти к первому боссу. Первый босс максимально простой, здесь задача танка отвести мечника от его подружек и кайтить до тех пор, пока другие из группы их не убьют. Как только убили, танк продолжает держать спиной к группе основного босса и контролирует агро. ДД пусть стараются подгадать время, когда у босса кончится выносливость, чтобы влить больше ДПС за счет своих способностей. Второй босс уже такой же простой, если сделать все правильно. Начинайте бить босса, при этом танк старается постоянно держать его спиной в группе, а ДД бьют только в спину. После того, как босс начинает переходить на вторую фазу, сразу же встаете в угол помещения около правой собаки, чтобы вторая на вас не сагрилась. И после того, как убиваете первую, переходите на вторую. Танк все так же держит их спиной в группе, но если случайно сагрили две собаки сразу, тогда танк уже должен забрать левую собаку, которая закидывает дыханием, а остальные заливают правую. Тут желательно милику иметь запасной щит, чтобы мог потанковать. Как только собаку бьете, босс на этом закончится. Третий босс самый сложный и при этом самый интересный. Главное разобраться, что делать с пилонами. Поэтому на первой фазе вы должны просто бить босса и ждать его переходку. На переходке появятся ады и два пилона, которые нужно залить, причем пилоны в приоритете. Ну и сначала заливайте пилоны, потом адов и встаете в правый дальний угол комнаты, чтобы босс закинул первые три пилона в одну кучу. Как только их кидает, перебегаете группой в левый дальний угол, где стоит сундук, и ждете еще один пилон. Дальше танк уводит в начало помещения и остается следить только за атаками босса. Иногда и бывает не получается кинуть пилон так, как вам нужно, поэтому последний пилон, который не удалось сразу закинуть в группу, его сливаете и перемещаетесь в то место, куда вам нужно поставить последний четвертый пилон. Всего у босса 4 типа массовых атак, и при этом все 4 пилона будут повторять действия босса. Первый — это летящий дракон, которого она закидывает по прямой траектории, и вы можете заранее увидеть, куда он полетит, чтобы отойти. Второе — это дыхание дракона, тут танк блокирует щитом, а остальные уходят из зоны действия дыхания. Третье — это крутящийся дракон, который во время каста вокруг босса и пилонов появляются круги и показывают скорое появление данного прокаста. Поэтому танк может заблокировать его щитом, а все милики должны обязательно убежать из войд-зоны. Ну и четвертое — это обычная АОЕ-атака, которую все могут заблокировать через правую кнопку мыши или через уворот. На этом все. Всем спасибо и хороших проходок. Пока-пока.